Bismillahirrahmanirrahim. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Сегодня грязные кафиры, русские кафиры, очередной раз топчут священные земли мусульман Чечни. Сегодня здесь идет война, самая страшная война всех времен и во всей истории существования этого мира. Сегодня кафиры убивают моих братьев, моих сестер, мусульман Чечни, стирают с лица земли города и населенные пункты. Аллах, свидетель, они ответят за страдания моего народа. Наши муджаиды уже полтора года, сдерживая огромную российскую армию, армию кафиров, нанося ей максимальный урон, сегодня перешли к полномасштабной партизанской войне. Сегодня враг не может сказать, что он контролирует хотя бы метр нашей священной земли. Везде у кафиров под ногами горит земля. Наши муджаиды днем и ночью неожиданно наносят сокрушительные удары по колоннам, по тылам, по блокпостам, по комендатурам российских войск, нанося ей максимальный урон при минимальных потерях с нашей стороны. И в ответ российские кафиры издеваются над мирным населением и грабят население, убивает женщин и детей. Мы всегда только лишь напоминаем истинным мусульманам ихний долг перед великим Аллахом помочь своим братьям, когда им трудно. К большому сожалению, некоторые правительства мусульманских государств, где живут наши братья-мусульманы, идут на прямой сговор с российским кафиром, с российским правительством, с российским президентом и оказывать всяческие препятствия моим представителям в странах Ближнего Востока, даже в оказании гуманитарной помощи. Аллах все видит, Он воздаст каждому за ихние дела, за ихние дела. Я надеюсь, что с помощью Аллаха мы победим этих кафиров, очистим свою землю от этих кафиров. Я здесь ответственно заявляю, что нет на нашей земле международных террористов, нет здесь бандитов. Смысл борьбы чеченских муджаидов, чеченского народа заключается только в одном. На этой священной земле, где живут мусульмане, поднять, возвысить слово Аллаха. Второе – это спасти свой народ от тотального уничтожения грязным кафиром. Сохранить свою веру, свою религию, свою свободу, обычаи и традиции своих предков. Я хотел бы, чтобы все об этом знали. Наше дело правое, и с помощью Аллаха мы победим. Да будут благодарен всем мусульманам великий Аллах за угодные ему дела. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.